Спартакиада приурочена к празднованию дня главного символа страны. Торжественное открытие началось с шествия спортсменов и гимна России. Такое мероприятие имеет большое значение для развития физической культуры и спорта в Олимпийской столице, отметили организаторы. С начала года более 20 тысяч детей приняли участие в физкультуре и в занятии спортом на наших дворовых площадках. С 1 сентября в городе Сочи начнут работать 23 спортивные школы. Они совершенно бесплатно. Мы хотим пригласить и родителей, чтобы они привели своих детей в нашу школу заниматься спортом. В городе Сочи на сегодняшний день культивируется 58 видов спорта. Сильнейшие команды, которые были сформированы по результатам районных соревнований, боролись за звание лучших в нескольких видах дисциплин. Это мини-футбол, легкая атлетика, перетягивание каната и стритбол. Кстати, по последнему виду спорта Лазаревский район представили 3 девушки. И несмотря на то, что по правилам игры должен быть еще один запасной игрок, команда была уверена в победе. Мы сначала играли у нас в районе, очень старались победить, чтобы поехать сюда. Ну и здесь тоже намерена победа. Занимались были тренировки, мы очень тщательно готовились к этому, хотели победить. В первой игре их соперником стала команда из Адлерского района, но девчонки смогли опередить ребят и набрали больше очков. В итоговой встрече за первое и второе места они вновь сразились с мальчишками из Центрального района. Но несмотря на то, что девочки явно лидировали в борьбе, по решению представителей их команды первое место было отдано соперникам. В перетягивании каната лучшими вновь стал Центральный район. В остальных видах состязаний хорошие результаты показали адлерские спортсмены. И по итогам общего зачета свое лидерство уже второй год подряд подтвердила команда из Адлера. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.